недавненько, кстати говоря. Шахтер не участвовал в квалификации. Последний раз это было в 2016. И через Анатолия Трубина. Горняки действуют. Антонио. Великолепнейшая передача. Додо. Марлон. Знакомец де Дзерби по Сосуоло. Бразилец. Купленный за 12. Троже за 10. Ну и можно еще отметить одного бразильца. Винисиус Тобиос. Он из команды Интер бразильской перешел за 6 миллионов. Знаем, что в донецкой команде всегда с большой симпатией относились как раз к бразильскому направлению трансферному. Здесь пока перебрался из амстердамского. Марлон. Матвиенко. Матвиенко.